Я Акбара, мать волчица. Я Дашайна, волк отец. Мин Акбуре Анамуре. Мин Дашайна, отабуре. Товарищ Уркунчиев, у вас новый помощник? Да, это Эрназар, наш пастух. Так это он. Я слышал, вас волки задрали в Муинкумах. Ну как здоровье? Да вроде ничего, оправился. Спасибо. Очень хорошо. Тогда будем работать. Да мы и раньше с Эрназаром вместе работали. Вот только судьба разбросала нас последние годы. Вот теперь он вернулся, у нас решил корни пускать. Ага, что ж, отрадно слышать. Люди нам нужны, очень нужны.